Как, в принципе, изменится мировой рынок, спросим у эксперта. В нашей студии Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны России. Руслан Николаевич. Я очень прошу вас сильно на этих иранских, потому что это классика истории. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Руслан Николаевич. Да, приветствую вас. Руслан Николаевич, давайте начнем с того, как, в принципе, изменится мировой рынок производства.